Сегодня День Земли. Во многих странах мира его отмечают 22 апреля с целью привлечь внимание жителей планеты к хрупкой и уязвимой окружающей среде. Дату учредили в 1971 году. В этот день природоохранные организации, волонтеры, да и просто неравнодушные люди принимают участие в различных экологических акциях. В Алматы День Земли отметили масштабным экосубботником, который получил название «Алматы Clean and Green». О том, как он проходил, расскажет Григорий Беденко. Сегодня крупнейший город Казахстана стал центром проведения широкомасштабной экологической акции. Подобное мероприятие впервые инициировано общественными организациями. Экосубботник Алматы Clean and Green одновременно проходил во всех 8 районах города. В нем приняли участие тысячи алматинцев. Акцию поддержали известные казахстанские артисты. Акция замечательная, прекрасная. Вы знаете, какая важная сейчас проблема стоит во всем мире, проблема экологии. А тем более в нашем любимом городе, в Алматы. Это очень важная события, что сегодня вот мы здесь находимся и улучшаем нашу климатическую ситуацию. Идет посадка деревьев, это очень трогательно. Одним из мест проведения акции стал крупнейший алматинский природный парк «Роща Баума». По традиции это место называют «легкими Алматы». В посадке деревьев здесь принял участие аким города Ербулат Досаев. Здесь очень требуется реновация, приведение в порядок всей рощи, потому что территория огромная. Если вы походите, вы увидите, где-то уже много деревьев, которые упали, а так не должно быть. Это все-таки такая полупарковая же зона, чтобы люди погулять могли. А если будет вот это завалы сухостоя, то это и некрасиво, и немножко небезопасно. В ходе акции в городе высажено около 5000 деревьев. Необходимый для этого инвентарь, а также саженцы хвойных и лиственных пород предоставили власти мегаполиса. На всех участках проходили 15-минутные утренние зарядки бодрости, занятия йогой и зажигательные танцы. В финальной части акции среди участников провели викторину на экологическую тематику с ценными призами. Григорий Беденко, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.